Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые коллеги, партнеры, выборжане и выборжанки. Я замуж выхожу. Мы так посмотрели программу, ну какие-то социальные сплошные драмы, какие-то социальные сплошные проблемы. И вот нам показалось, что не хватает какой-то улыбки. Сергей Маркович входит в десятку лучших экспертов Москвы. Нам хотелось вот по-другому взглянуть на мир, с тем, чтобы представить вам сегодня искрометную, замечательную комедию, такую, которую снимает и умеет снимать, и все время это делает Мариус Вайсберг. Потому что он удивительный человек, который умеет сохранить и дать людям надежду, улыбнуться на что-то даже в самых невероятных ситуациях. Это замечательный талант человека. Где чемодан с баблом, который мы тебе за картину отдали? У меня большие проблемы. Ну вот для меня он сравним там с Гайдаем, с Эльдаром Рязановым в лучших фильмах. Потому что, поверьте, растет новый супергений. Самой большой сложностью для меня в этом фильме был, конечно, достаточно банальный и тривиальный сюжет, который надо было каким-то образом обыграть и сделать свежим. Саши больше нет. Теперь он... Здрасте. Ну и чё ты вылупился, дылда? Дверь закрыл, извращенец сраный? Да давайте проголосуем. Кто за Реву? Александр Рева! Александра Павловна Фишман. Нравится? У Саши абсолютно какой-то невероятный по энергетике и по таланту человек. Я просто благодарен судьбе, что мы наконец поработали. А еще в фильме есть любовь. Меня Саша. Очень приятно. Александра Павловна. Устоит ли Фишман? В этот раз, друзья, мы переплюнули всех. И я могу вам сказать, что у нас получилась фантастически смешная комедия. Очень добрая, легкая и наполненная огромным количеством любви, позитива. Александра Павловна, ты что, лесбиянка? Есть грешок. Друзья, у нас получилось создать настоящую историю, и я могу вам сказать, что мы пишем вторую часть. Еще не вышла этот фильм, но мы уже пишем вторую часть, потому что мы уверены, что вам она понравится, и эта героиня Александра Павловна Фишман, вы в нее влюбитесь. Я вам 100% гарантирую. Да. Я вижу, у нас тут новые лица. Да еще такие приятные. Какая женщина. На удачу. У меня рука легкая. Вам хорошего настроения. 90 минут гарантированного смеха. Друзья, если кому не понравится, я верну деньги и не знаю, все, что хотите. Бабушка легкого поведения.